Всем привет, дорогие друзья и подписчики, а также гости канала. Вы на моем кулинарном канале, где я делюсь проверенными, а главное вкусными рецептами блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления быстрого и вкусного завтрака из яиц с овощами. Желаю вам приятного просмотра! Для начала приготовления нужно поставить вариться 4 куриных яйца. Варить я их буду вкрутую, то есть после закипания нужно будет подождать 7 минут. А пока варятся яйца, я беру один крупный помидор и нарезаю его кружочками. Начинаю с макушки и продолжаю. Кружочек где-то сантиметр толщиной должен быть. Сейчас сезон уже начинается помидор. Помидоры уже падают в цене, и они более вкусные. Убираю нарезанные помидоры пока на тарелку. Также нужно будет, вам нужно будет нарезать один болгарский перец, потому что у меня он уже заранее был нарезан и лежал в морозилке. Я его достал размораживаться. Он нарезан у меня соломкой. Вы можете нарезать или соломкой, или кубиком. Здесь у меня 80 грамм, но это один крупный болгарский перец. Беру также 6 веточек петрушки. Из этой петрушки мне понадобятся только тонкие части, листочки. Крупные мне не нужны. Я их обычно оставляю, потом замораживаю и варю с них бульон. И теперь я их нарезаю, но не мельчу. То есть не сильно крупно, но и не сильно мелко. Оставляю сваренные яйца остывать в холодной воде. Остывшие яйца я очищаю от скорлупы. И очистив, разрезаю каждое яйцо пополам на две части. Ставлю на плиту разогреваться сковороду. Добавляю сюда столовую ложку сливочного масла и 3 столовые ложки растительного. И жду, когда растопится сливочное масло. Выкладываю сюда нарезанный болгарский перец и 2 минуты обжариваю его. Обжариваю на среднем огне. Через 2 минуты поверх перца выкладываю помидоры. Раскладываю их равномерно по диаметру всей сковороды. Сверху кладу сразу вареные яйца. Сверху посыпаю черным молотым перцем. Перца взял щепотку маленькую. Если любите красный жгучий перец, можете тоже его сверху добавить. Щепотку. Ну или по вашему вкусу. Затем выкладываю всю свою петрушку, которую я до этого нарезал. И посыпаю сверху заранее натертым российским сыром. Сыра нужно 20 грамм на такой объем яиц и помидор. Желательно посыпать так, чтобы сыр покрыл яйца. Накрываю сверху крышкой и жду, когда расплавится сыр. Прошло некоторое время, и сыр расплавился.
Все, можно выключать под ним газ, и мой завтрак готов. Готовится очень быстро. Особенно приготовится очень быстро после праздника Пасхи, когда у многих останутся вареные яйца, то не нужно тратить время на варку, а сразу можно будет их очистить, нарезать и быстро приготовить такой красивый и необычный завтрак. Благодарю за просмотр всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте нажимать палец вверх под видео. Подписывайтесь, кто еще не подписан, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю вам всего доброго. Пока!